мы хотим поблагодарить администрацию города и Ленинского района за ту помощь, которая нам была оказана. Компания «Продом» готова браться за любые объекты любой сложности и выполнять их в срок с надлежащим качеством. Народная компания «Продом». Все для любимого города. Все для любимого города. Красивая фраза Олега Филиппова на открытии фонтана тысячелетия вызвала шквал аплодисментов у брещан. И те же брещане уже на следующий день превратили чашу конструкции в плавательный бассейн. Фото и видео с чудо-зрелища не опубликовал только ленивый. Что это было? Просится ироничный ответ. Так выказывали любовь к Бресту наши земляки, учили детей любить свой город и беречь то, что сделано для них. Беречь так, чтобы нарушить всю систему, можно сказать, сломать ее. Она нежная, эта система, ведь уникальность фонтана в технической начинке, которая управляет сложнейшей системой. Система, подбирающая комбинации струй, подсветки и музыки. Сегодня Олег Филиппов уже с другой интонацией рассказывает о произошедшем. Произошло нечто невообразимое в течение первой половины дня. Здесь чаша фонтана была превращена в плавательный бассейн. Сам объект не предназначен для нахождения в нем людей. Людей и, в частности, детей. Но в субботу здесь просто детки наши плавали, плехались. Наше оборудование, оно очень качественное, очень было хорошо настроено. Но ввиду того, что все форсунки имеют шарнирное соединение, их очень легко сбить. Ну а детям было трудно объяснить, что это оборудование нельзя к нему прикасаться. Кто должен был объяснять своим же детям, что фонтан не место для купания? Сотрудники продома, милиционеры, представители администрации? Вероятнее всего, родители. Руководствуясь прежде всего элементарными правилами гигиены, вода в фонтане техническая, она не предназначена для купания, тем более для питья, чревата последствиями, особенно для малышей. Сегодня фонтан тысячелетия уже настроен. Сочувствующие дают советы по его охране. Поставить стойки, сделать либо из нержавейки, либо из стекла триплекса, чтобы оно не билось, просто оградить чашу фонтана. Но, наверное, никто на это не пойдет, потому что это в целом концепцию фонтана просто загубит. Мы как будто бы защитим этот фонтан от людей, хотя он именно признан для того, чтобы дарить эти положительные эмоции и ощущения. Фонтан будет работать с 17 до 23 в будние дни, выходные и праздничные с 10 утра. А фееричное светомузыкальное шоу будет радовать каждый день с 9:30 вечера. Я надеюсь, все поняли, осознали, что это на долгие годы радость для всех. Компания «Продом» готова делать объекты, хорошие, разные объекты, дарить их городу, но чтобы мы находили понимание у жителей о том, что то, что делается, это делается для всех, не для кого-то, а для всех. И давайте мы это, то, что сделано, как-то, не как-то, а обязательно беречь и сохранять. Для нас, для наших деток, может, этот фонтан 100 лет отработает, да и подвергнется очередной реконструкции на 1100 лет. Юлия Селюк, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».